Ця поїздка, яка головна мета її? Адже є думка, що він поїхав, аби, по суті, визначити головних кандидатур на те, щоб їм потім вручити ярлик ЦАПа відбувайла, коли щось піде не так, або відбудеться контрнаступ український, і потрібно на когось буде повішати ось ті невдачі на лінії фронту. Да, ви знаєте, це, звісно, дуже цікавий визит во всех отношениях, он уже разобран по видео по частям. И я напомню, что ну, действительно, помимо того, что это было сделано до Пасхи, а было выдано, конечно, естественно, зачем-то совершенно другим днем, и номера машин у всех одинаковые, и Путин по-разному одет, и все это уже разобрали, но, конечно, самое главное, где и зачем, и с кем. И я напомню, что все-таки Путин явился, ну, как будто бы на линию фронта, хотя на самом деле Геническ не надо рассказывать уже, наверное, никому, где это, насколько максимально это далеко от линии фронта, хотя это формально Херсонская область, оккупированная территория. Ну, вы знаете, я вот по роду своей работы с заключенными знаю сейчас про Геническ, что там строится или восстанавливается зона, то есть исправительная зона, куда сейчас россияне отправляют заключенных, которые были похищены на территории Херсонской области, которая была деоккупирована и отправлена зачем-то в Россию. И вот сейчас их таскают туда-сюда, и сейчас какую-то часть отправляют именно в Геническ. Любопытно. Я думаю, что Путин там, конечно, на этой зоне не был, но любопытно, что из Геническа делают какой-то центр, какой-то хаб чего-то такого, какого-то русского мира. То, что Путин был на линии фронта без министра обороны Шойгу и без начальника генштаба Герасимова, о многом говорит. То есть, судя по всему, отношения министра обороны и начальника генштаба с Путиным не наладились еще до степени, что называется, былой близости, которая у них была до начала войны. Было понятно, что Путин очень сильно охладил, особенно к Шойгу, но явно история не исправилась, они не готовы, Путин не готов явно повторить свою горбатую гору, когда они все время ездили вдвоем с Шойгу в каких-то таежных заимках, на каких-то лошадях, все время вдвоем, 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 в одинаковых шляпах, в одинаковом стиле одеты. И только не целовались в кадре, а так, в общем, какая-то горбатая гора. До этого романтичного периода не случилось, он больше не вернулся никогда, хотя я уверена, что Шойгу надеется, и был внезапно генерал Лапин. Генерал Лапин, которого очень многие ругали, позорили, и было за что. Я сейчас не про победу на фронте, а про его какие-то, ну, совершенно катастрофические, огромные провалы и на ниве царедворства, и на ниве пиара, потому что, теряя войска, теряя живую технику, технику живых людей, отступая, он награждал своего сына, который командовал одним из подразделений, сам лично вручал ему орден, собственному сыну. И вообще прославился какой-то особой бездарностью в первые дни войны. И, в общем, был сделан козлом отпущения для многих. Его отставки требовали и Рамзан Кадыров, и Евгений Пригожин, и много кто еще. И называли его самыми отвратительными словами, которые я вполне бы поддержала, все его определения, его бездарности. Но тем не менее, он смог перегруппироваться уже ведь после отставки. Он уже был отовсюду издан и был помечен как мертвый лев, там, мертвый волк, как угодно. Хотя он, конечно, на льва мало похож. И тем не менее, при первой же ошибке Пригожина, серьезной ошибке, она случилась в ноябре прошлого года, это было видео, когда заключенные, воюющие Вагнеры, да и, собственно, сам Пригожин, провели публично, да еще и сняли, запостили еще во всех телеграм-каналах, в общем, тюремный ритуал опускания, да, то есть перевода
генерала Герасимова, начальника путинского генштаба, в низшую тюремную категорию. В общем, это обряд опускания. Это его перевели, отделили, да, от вроде как людской массы, перевели в угловые, они же петухи, они же там как угодно. И, конечно, Россия страна тюремной культуры, а уж Путин тем более человек тюремной культуры, прекрасно это все это понял, что Пригожин не по чину провел ритуал. Кто вообще его уполномочивал опускать путинского генерала Герасимова? Это была вот первая точка, за которым последовало его стремительное падение. Именно это Путин ему не простил, а потом пошло наматываться на эту шестеренку, пошли наматываться обиды, прочие ошибки. И там сейчас уже такой кокон обид, страстей и ошибок. Но это была первая. Именно тогда сразу же Путин отставил, как отставил, убрал вниз и в бок генерала Суровикина, который составил вместе с Рамзаном Кадыровым очень мощный политический, в том числе триумвират, и политический, и военный. И с тех пор о Суровикине, заметьте, не слышно его, не видно. И вернул генерала Лапина на место, даже с чуть повышением. И сейчас к этому самому генералу, которого полгода не было нигде, которого отставили с позором, которого все ругали, приехал Путин. Приехал Путин. Пані Ольго, дуже дивно, тому що от і раніше говорили, що найбільший провал Путіна – це ось цей генерал Лапін. І було навіть названо російського, точніше, кількість техніки, за командуванням якого так втратили на території України. І те, навіть що, назвали ленд-ліз тоді. Так, ленд-ліз зі сторони Російської Федерації. І що цей генерал Лапін дійсно є от таким от соромом і позором для Росії, для російської армії. І вже в нас в Україні заочно будуть судити ось цього російського генерала Лапіна, але дійсно певно, що ось оце демонстрація його на камеру свідчить про те, що він може бути цапом відбувайлом. Ну, звісно, Путін помітив, звісно, цього генерала крестиком, і я не думаю, що при цьому він зробив приємне українському суду, будущому українському суду, розуміється, ні. Но, конечно же, он поставил крестик на предмет, кого он, ну, хотя бы фигурально расстреляет, если что. Вот теперь генерал Лапин, я думаю, что его сын, его чадо и домочадцы, его ближайшее окружение лично отвечают за наступление. Ну, с чем я нас всех поздравляю, потому что мы все знаем о бесконечных дарованиях Лапина, и вот пусть он их развивает.